Чудно, когда в школе хотят убить вашего ребенка. Сегодня одна мама принесла торт с сахаром. Вы можете кормить своих детей чем угодно, хоть опилками. Но я мать любящая. Поэтому сегодня мы приготовим десерт для вашего ребенка без сахара, без глютена. Звучит аппетитно. 2 ложки сиропа топинамбура, чуть-чуть сиропа агавы, чуть-чуть крахмала тапиоки, немножко спирулины, щепотку тертого брокколи и магия гомеопатии для спокойствия ребенка и мамы. Никакой химии, одно спокойствие. Ваш ребенок будет счастлив. Работай, моя хорошая. Я уже чувствую эту пользу. С любовью, заботой и не грамма белой смерти. Ну, готово. Пальчики оближешь. Платош. Вкуснотища. Ты попробуешь? У мамы свой десерт.